Антоху сейчас будем фоткать со щитом. Давай под навес. Пожарный щит. Это в садик. Все, отлично, сфотографировали, молодцы. Все, теперь можно в садик ехать, да? Ты мне даешь? Нет, просто посмотреть все. А-а-а. Да, это Антоша с папой сделали. Пока. Григорий пылесосит. Все, мы с ним убираем. Я вообще слышно. А тебя слышно? Просто нет. А. Я сейчас буду менять постельное на своей комнате. Не знаю, где-то у нас пропала третья подушка. Дети играли, и теперь не можем ее найти. В общем, все это заложила в стирку. Сейчас Гриша попылесосит, и я тогда включу стиральную машинку. Сегодня у нас пасмурно-пасмурно на улице. Прям очень пасмурно, серо, как будто, я не знаю, уже вечер. Знаете, а не 9 утра. Я тут для мастер-класса расписала. Он назывался, знаете, как Мишка-зайка, в общем-то. Потому что непонятно, на что это похоже, на мишку или на зайку. И вот такие вот, как перемедленные яйца. И Григорий тут тоже расписывает пряники. Так, нормально. Я могу еще вот так учить. Давай, сыночек. Мой художник. Наверное, не совсем. Ну почему не совсем? Главное постараться, сынок. Так, как же это без моего фотофона? Все постелила, все тут положила, настоящие перепелиные яйца. В общем, красота. Спи. Так, все, фотосессия закончена, сейчас буду все убирать. Так, у меня, в общем-то, планы поменялись. У меня там была куча планов домашних, в гардеробной продолжать убирать. И это, ну, в общем, родня едет в метро, и я тоже с ними. Вот, Гришка сейчас все как раз будет с папой, мы за обед должны успеть. И Сержаня уже приедет на обед и будет с Григорием. И я как раз это съезжу пока в метро, посмотрим. Если хотите, поснимаю. Ну, я и так поснимаю, даже если вы не хотите. Мне еще вчера в Пятерочке дали карточку. Вот. Ну, не знаю, у нас Пятерочка же скоро будет, тоже в станице строится. Даже вроде бы две, но посмотрим, что там, правда это или нет. Ну, короче, два новых магазина больших будет. Так, все, мы едем. Вот этот вот трактор, когда я ехала, он дорогу вот так вот очищал, в общем, от асфальта. Так что у нас теперь... А здесь-то вчера не было, вот тут вот уже, и сегодня вечером здесь. Сделали, да? А вечером? Вечером, да, уже было это, да. А, ну я в обед, когда в Динск уехала, здесь не было выдолбано. Вечером я это... Зиповское кольцо, на котором все стоят. Но потихоньку все равно едут. Мое любимое Зиповское кольцо. Это была моя остановка, когда я училась. Я в этот переход здесь спускалась. Где-то мы его уже там проехали. Родня, скажи, чтобы не приезжали в Краснодар. Не приезжайте в Краснодар, тут и так много людей. Не, ну можете только пешочком приходите в Краснодар. Без машин, да. Без машин, потому что сюда мы прёмся просто. Тебе куда? Ой, какой красивый, да? Мы в Миртканье зашли. Да, шторы. Давай смотреть цены, да? Ты какого цвета, родня? Ой, какие. Тебе такие не нравятся, бабушкины цветочки? Мне? Нет, нравятся, но я не знаю. Ну, их когда отутюжить, родня-то, да? Или ты однотонная? Не, я не хочу. В общем, мы тут смотрим, потому что родня хочет сшить что? Как это? Лонгслив, да. Не, ну а на рукавов можно, это можно только впереди, а рукава, например, каким-то там просто зеленый или просто розовый, да? Так, это был магазин «Мир тканей» на Коммунаров. Да, телефон не передает, но здесь такая красота. Пять, сколько они? Четыре, а это 7000, да? Но оно так блестит, все настолько красивое. Вот прям очень красивое. Вообще красота. Шикарно. Сейчас еще глянем, да? Угу, сейчас это тогда еще, да, тогда приедем сюда. У нас обед. Ура! В общем, у нас обед. Мы тут в какой-то столовой на Коммунарах. Калюня тут у нас кричит. Рыба-горбуша, свекла, крабовые палочки, суп и булочка. И сейчас будет еще кофе с молоком.
Это будет все на 224 рубля. Я, короче, тут объемся. Так, все, мы в метро. И Калюня тоже с нами в метро. Что тут есть такого красивого? Краситель уже 15 оттенков. Нет, краситель, я же яйца крашу луковой шелухой. Ой, а мне вот это. А, это тоже краситель. Я думала, может, там какие-нибудь красивые зайки, мишки. Ой, а вот какие наклеечки красивые, глянь. 3D прям, да? Mm-hmm. Эти курочка ряба. Почти как я нарисовала, да? Mm-hmm. А, вот бабушка и дедушка будут с яйцами, видишь? А вот станция метро Самоделкино. Мне нравятся вот такие вот наборчики для детей. Да, тут вот есть разъемные формочки, но я как уже научусь печь хорошо, то я тогда их куплю. И вот и маленькие, все без дна. Покажи, что это. Что это у нас? Набор декоративных украшений на ножке. 12-4. Продается на... Все-таки взяла Самоделкино. Тефлоновый у меня есть 159 рублей. Но вот этот фирма хорошая. А вот ты почем покупала? У меня два таких. Я не помню, я же с Китая выписывала. Но я же никуда не ездила. Это что такое? Не знаю, родня. Тут куча-куча всяких формочек. Ну, естественно, у них цены. Одна форма 299 рублей. Ну, они какие-то, видишь, золотые, бронзовые. Да. Не, ну, в смысле, они же... Ну, они не на один раз. Ну, да. 700 мешки, да? Здесь их сколько? 100 штук? 55. Ну, 55 это они большие, 55 сантиметров. Ну, и они какие плотнющие. Это вот прям для крема, они как пленка плотные. Нам такие не нужны для айсинга, это точно. И они здоровые. 50-10 штук. 100 штук 1300. Так, а мне еще вот такая качелька понравилась. А, 4000, да? Кресло подвесное называется. Да. Мне кажется, интересно. А это 2 рубля. Угу. Это же... все вместе стоит? Нет. Вот это одна штука 3000. Да. А держатель 4-5. Это что, держатель? Зачем? Вот, это один. Вот, держатель. Взять железный? 5 стоит. Не, ну ты же его можешь же и до дерева прикинуть. Да. Здесь все для чемпионата мира по футболу. Даже носки. Какого родила, такого и родила. Стёп. Что тут, полотенце? 5 рублей. Ага, вот, мне нравится вот эта майка. Мячики какие-то здоровские. Кружки, кружки тоже в чемпионат мира по футболу. Набор 600 рублей. Ну ты хотела что-то купить? 600 рублей. А за 600? Чемоданчики классные. Сколько он стоит? А, 4000, да? Ну вообще здоровский. Ой! Какие классные салфетки. Понял рисунок. Ура! Я на футболе. Я знаю. Одевайся, Симон. Зелень тут. Это зелень тут. Все? Так, Афанасий, а бублики свои ты будешь забирать? Я забирала. Ну вот, пожалуйста. А мне сказали съесть. Ну правильно. Нет, а я хочу. Ну иди, Афоня тебе тоже даст. Нет, не надо. Не хочешь? Заюшенька, я сейчас не знаю, потому что у нас дома нечего кушать, а папа там купил пельмешки, надо их сейчас сварить, поехать. Да, Афонь, подожди, пожалуйста. Мы уже дома покушали, я даже всех уже провела на карате, и покупки все разложила, на самом деле там самое интересное только яйца, вернее яичные белки. Вот они, какие яйца. Называется «Какое удобное яйцо», когда здесь натуральный куриный белок, пастеризованный. Ну, то есть просто белок, наливаешь его в граммах, взвешиваешь. Здесь 330 грамм, по-моему, 75, что ли, рублей в метро. Там на коммунаров очень нам понравился один магазинчик, в котором куча полотенечек разных, интересных, постельные. И вот купила уже Калюне для Кристин полотенце крестильное. Мне кажется, с очень таким красивым
уголком вышитым. В общем, мне нравится. Поэтому сразу купили. Не знаю, 420 рублей стоит. Не знаю, сколько у нас это все стоит дело. Поэтому, ну, в общем, на цену не смотрела. Смотрела на красоту. Но мне кажется, у нас ценится точно так же. Ну, может быть, чуть-чуть дороже. Но у нас без уголка. Просто белое полотенце без уголка. Тут, мне кажется, такое красивое и удобное. Антоха тут занялся. Стоит на... А куда ты ногу? Круто. Очень круто. А детей тут ночной перекус, и они будут сегодня смотреть мультики, уже даже себе тут постелились. Я уже себе попкорн приготовила. Так, только сесть за стол, пожалуйста, и есть за столом, а не в кровати, Гриша. Это правило. Какое правило, Гриш? Гриша. Гриша не слушает маму, я слушаю маму. Да ты что говоришь, какой ты молодец. Ну ничего, Гриша, там крошечки будут колоть потом попку, да? Ничего, я. Ты потерпишь? Да, я потерплю.